Мы начинаем новое занятие серии «Божьи генералы». Мы рассмотрим жизнь славной женщины по имени Мария Вудвард Этер. На наших занятиях мы говорим о жизни великих людей, которых Бог избрал, чтобы возглавлять движение духовного пробуждения и возвращать церковь забытые истины. Среди таких людей всегда были женщины. Иногда люди думают, что только мужчины могут возвещать истину, но в Библии на каждом шагу мы видим женщин. То же самое происходит и в истории церкви. Эта история будет неполной, если мы не расскажем обо всех женщинах, о которых будем говорить в этой серии занятий. Самое интересное из всех историй о них будет рассказ о женщине по имени Мария. Мария Вудвард Этер. Она родилась 22 июня 1844 года в Лиссабоне, штат Огайо. Она родилась в селе, где жила ее семья. Ее отец умер, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Марии пришлось вместе с ее матерью воспитывать своих братьев и сестер. Когда она была еще маленькой девочкой, в возрасте 14 лет, она обратилась ко Христу. Она призвала его имя и сказала: «Господь, я верую в Тебя». Она рассказывала, что сила Божья сошла на нее, и его свет осенил ее. Люди начали говорить: «Только посмотрите на Марию». Так они говорили об этой славной и святой жизни. И это было знамением для нее. Вы можете увидеть в истории церкви, как, что такие знамения проявлялись в жизни Божьих людей. Так можно было увидеть работу Бога в их жизни. Бог наполнял их жизнь чудесами и знамениями, чтобы люди видели, что Он с ними. Мария прожила жизнь, овеянную слухами. Это была жизнь пионера пятидесятнической церкви. Также она открыла путь другим великим женщинам, таким как Эми Макферсон и Катрин Кульман. Впервые она ощутила Божий призыв, будучи еще маленькой девочкой. Но она считала, что ей не позволено проповедовать, потому что в те дни женщинам не позволялось проповедовать. Это было мужским делом, а женщинам приходилось сидеть в молчании в церкви. Я бы хотел напомнить о том, что говорит Писание, прежде чем мы пойдем дальше, поскольку найдутся люди, которые начнут вас учить, что правильно, а что нет. Я верю, что женщины могут быть пастырями и проповедниками. Я считаю, что и мужчины, и женщины могут делать то, что Бог призвал их делать. Для Бога нет разницы, мужчина это или женщина. Он призывает и тех, и других. Если Богу нужна женщина... Мы же живем в конце этих последних дней. Но когда Мария Вудвард Этер услышала Божий призыв, она подумала, что Бог допустил ошибку, ибо женщинам не положено проповедовать. Единственной сферой приложения сил для женщин в то время были миссионерские общества, где женщины шили одеяло, собирали одежду и делали другие вещи для семей миссионеров за границей. Если же женщина хотела проповедовать, она могла поехать за границу, в Африку, Азию, вместе со своим мужем, и тогда, будучи миссионеркой, она могла проповедовать. Но Бог вложил ее сердце проповедовать именно в Америке. Это призвание открылось ей в видении. В жизни Марии Вудвард Этер было множество видений и проявлений Божьего Духа. Я бы хотел видеть такое на собственных собраниях. И я рад тому, когда Дух Святой начинает работать. Это может показаться странным некоторым людям. Они никогда не видели и не переживали такого, не слышали о подобном. Потому что сегодня во многих пятидесятнических церквях люди этого не видят. Там такое случается, но крайне редко. Однако я верю, что в последние дни приближаются к нам, и я верю, что эти вещи будут происходить все чаще, если Божий народ будет оставаться послушным Богу. Также будет наблюдаться умножение чудес и знамений, необходимых для приобретения погибающих. Исцеление и чудеса — это сигнал ко спасению человека. Поэтому наблюдаемые чудеса и знамения происходят для привлечения масс людей к Иисусу, в особенности, если этот человек позволяет Духу Святому течь через него и изливаться на других людей. Тогда такой человек не присваивает его действия самому себе,
мы должны воздавать Богу славу за Его дела и за Его действия. These things, and they need to go ahead and give God the glory and point them to Jesus. Я немного отвлекся и начал проповедовать. Иногда я перестаю следовать собственным записям и говорю людям то, что им важно знать, потому что духовная история — это не только факты и рассказы, но это и уроки, которые необходимо усвоить. И это одна из причин для проведения этой серии занятий. И вам важно прослушать их. И не только чтобы знать историю, но и для того, что, потому что Господь говорит через эти истории о том, как жить и не болеть, как не совершать ошибок и как иметь успех. В 1860 году Мария Вудворд вышла замуж. Ее муж был ветераном гражданской войны. Он считал, что женщина не может быть проповедником, но должна быть хорошей женой, следить за домом, поддерживать порядок и любить Бога. Но еще в детстве она видела видение, продолжавшееся около 2 часов. Она увидела множество людей вокруг себя, и Господь сказал ей, что она приведет их в небесное царство. Видя это, она подумала: «Это видение не может быть для меня». Господь допустил ошибку. Наверное, Бог дал это кому-то другому, а это попало ко мне. Так она продолжала оставаться обычной женой, у них родилось 6 детей, но она продолжала упорствовать и не подчиняться Божьему призыву, и 5 детей умерло. Смерть детей стала для ее мужа большим ударом. Наконец она сказала своему мужу: «Раз мы безуспешны в ведении хозяйства и в своей личной жизни, то почему бы нам не попробовать не послушаться Божьего призыва? Давай попробуем себя в благовестии. Раз уж у нас ничего не клеится, и наши дети умирают, и ферма не приносит дохода, давай попробуем теперь это». И так они решили начать. Мария проповедовала, а ее муж помогал ей в служении, и эта команда начала работать. Прежде всего, она начала искать место для переезда всей семьей. Было одно место, носившее имя дьявольского логова, куда она впервые приехала. Такое название возникло от того, что всякий раз, когда проповедник приезжал туда, там никто не получал спасения. Люди смеялись над ним, выгоняли его из города. Теперь же, когда приехала женщина, это только создало новый повод для веселья насмешникам и ненавистникам христиан, всем, кто не желал видеть в своем городе церковь и верить в Бога. Они хотели пойти на собрание и выгнать ее прочь из города. 3 дня над ней издевались как могли, но в ней было упорство, которое каждому из нас полезно иметь. Это была сверхъестественная настойчивость. Она никогда не сдавалась. Первую ночь никто не принял спасения. Люди приходили и смеялись над ней, стараясь наделать побольше неприятностей. То же повторилось и на следующий день. Наконец, когда наступил вечер 4-го дня, что-то начало происходить, что-то начало меняться там. Она начала ходить в новом помазании, разрушать силу дьявола, просить Бога и своими словами приближать людей к спасению. Неожиданно число приходящих начало расти. И она стала проводить большие евангелизационные собрания. Дьявол бежал из того места, для него там не оставалось никакой надежды. И эта женщина, думавшая, что не может проповедовать, пришла и стала разрывать цепи, сковавшие людей, живших в этом городе, завоевывая уважение даже у тех, кто говорил, что ей не положено проповедовать. Плод ее служения стал ответом на всю критику в ее адрес. Мария Вудворд Этер проповедовала там некоторое время, дала сформироваться церкви в воскресной школе, объединившей порядка 100 человек в этом городе. Это была большая школа. Эта церковь существовала и развивалась в течение всей жизни Марии. Все это приносило ей известность, и везде, куда она ехала, она основывала новые церкви и воскресные школы. В те дни церкви и воскресные школы были одинаково важны. В воскресных школах люди приходили и их учили тому, что было на служение в церквях, но несколько иначе, чем там. Наконец, ее деноминация решила: «Мы поставим тебя на служение». Они рукоположили ее, решив, что она человек, составший собственное служение и ехавший туда, где труднее всего. Она ехала туда, где не было церкви, и где давно не было пробуждения, туда, где люди жили без Бога во грехе. Она приезжала не на 3 дня. Сегодня, когда мы собираемся провести где-либо собрание, мы думаем о 3-дневном служении, максимум о неделе. И если дело идет о 2-недельном служении, это называется грандиозным и длинным. Но в те годы служители оставались там месяц, полтора, 2, иногда 3 месяца. Они оставались там до тех пор, пока территория не открывалась для Евангелия, пока люди не начинали обращаться к Богу. Затем они начинали учить их создавать церковь, ставя пастырей и
старейшин, создавая воскресные школы, строя помещения для собрания, только после этого они считали работу выполненной. А на всем Среднем Западе, в штатах Индиана, Иллинойс, где началось ее служение, она стала весьма успешной в этой области. Неудивительно, что когда женщина, имеющая такую известность, приезжала проповедовать, число людей, приходивших послушать ее, достигало несколько тысяч. В самом расцвете это число достигало 25 тысяч. Обратите внимание на то, что она начала с нескольких сотен, а в самом расцвете на ее служение присутствовало 25 тысяч человек, которые приходили послушать женщину-проповедника. Ее муж, господин Вудвард, был человеком, которого я назвал основным помощником своей жены, но по некоторым сообщениям, он был человек, который не привлекал, а скорее отталкивал от себя людей. Его жена Мария Этер доверяла ему делать объявления, следить за складом продуктов. Сегодня, когда мы выезжаем для проведения собраний, мы снимаем хорошие залы или помещения в гостиницах, или на больших курортных центрах, и при этом называем это мучением, но в те дни даже женщины путешествуют. Миссис Мария Этер должны были проживать в палатках вместе со своими мужьями рядом с большой палаткой и там оставаться до конца проведения собрания. Там они могли жить в течение одного или полутора месяцев, и их работа заключалась в том, чтобы заботиться о людях, делать объявления, следить за запасами пищи, расставлять столы с книгами и делать другие вещи. Когда ее муж Мария делал объявление, люди в зале не могли дождаться, пока он уйдет, потому что он был отвратителен своей манерой поведения, он был резок, груб, и едва кто мог спокойно выдержать его хамство. Он неуважительно относился к людям, не принимал в расчет их особенностей и характера. Он был резок в суждениях. Он говорил, в этой книге говорится то-то, это хорошо, это плохо, делайте это, не делайте того. И люди, которые только что обрели спасение, или даже те, кто уже жил с Богом некоторое время, спрашивали себя, что здесь делает этот человек? Вам будет интересно узнать о Марии Этер, что она написала ряд книг и статей для журналов за свою жизнь, а также много говорила на собраниях, но ни разу за все это время она не сказала ни единого слова о своем муже. Все, что она говорила о нем, это только... то, что он любит Бога и усердно трудится вместе с ней. Но далее мы узнаем, что многие трагедии в ее жизни произошли именно по вине этого человека. Мария Этер имела с ним проблемы, потому что он просто отталкивал людей своими выходками. Иногда это происходило физически, когда он выдворял людей, приходящих к нему. Люди хотели что-то делать. Теперь позвольте мне сделать здесь несколько комментариев. Во-первых, если мы стоим на служении, мы должны работать сообща, как одна команда. И я думаю, что никто не понимал, что с ним происходит. Он не возрастал духовно, он не менялся, а ведь развитие способностей их обоих было залогом общего успеха в служении. Все любили Марию Этер, но не могли терпеть ее мужа и были рады, когда он уходил. Я считаю, что муж и жена должны находиться в одной команде. Если Бог призывает одного, Он призывает и другого. Один из них может проповедовать, а другой оставаться за кулисами. И проповедником может быть женщина. Иногда это бывает трудно для мужчины из-за его самолюбия и давления общественного мнения, согласно которому мужчина должен быть впереди. И это, в общем-то, так. Но иногда проповедником в служении становится женщина. Я вижу Божью руку в этом, и требуется особая благодать и понимание со стороны мужа, чтобы оставаться поддержкой и опорой для своей жены. Это может быть трудно, но необходимо, когда им приходится работать вместе. Сегодня нам нужны мужчины, позволяющие своим женам слушаться Божьего призвания. Иногда мужья сами не слушаются Бога. Они активны в естественном мире, но пассивны в мире духовном. Тогда как обои должны работать вместе в одной команде, давая Духу Святому работать через них. И самым трудным в жизни супруга будет случай, когда один послушен Богу, а другой нет. Я думаю, что при планировании брака наибольшая проблема возникает, когда супруги узнают о Божьих планах для жизни друг друга после того, как их брак заключен. Они думают, что подходят друг другу физически и интеллектуально, что они совместимы и что у них есть общие вкусы и интересы. И они чувствуют, что все будет прекрасно, и что у них есть много общего, и все, что им нужно, это немного времени. Я не знаю, что они имеют в виду, когда это говорят, но так говорят. Они женятся, и только когда проходит медовый месяц,
месяц, у них выясняется, что начинается повседневная жизнь, и тогда они начинают осознавать, что Бог имеет для них. И мужу и жене приходится понимать, что их вторая половина призвана проповедовать. И Бог может послать их туда, где самые тяжелые условия, в страну, гораздо менее развитую, чем США. И иногда возникают проблемы. Поэтому я хочу посоветовать вам, когда вы собираетесь создавать семью, вы должны быть уверены, что ваш партнер в браке понимает и принимает ваше призвание. Если ваша половина принимает ваш призыв, тогда она готова последовать за вами, и этот призыв распространяется также на нее. Вы не можете сказать: «Мой муж призван на служение, а я нет». Это не так. Если призван ваш муж, призваны и вы. Вы должны идти вместе. Вы можете не быть проповедником, или ваша жена может не быть им, но вы все равно призваны вместе. Благословение приходит на обоих, трудности встают перед обоими, между ними бывают трения, но Библия говорит, что там, где разделение, там будет всякая работа лукавого. Дьяволу не нравится разрушать семьи христиан, и особенно семьи служителей, поэтому во избежание неприятностей в будущем мы должны до брака известить вторую половину о своем призвании. Я не уверен, что господин Вудвард знал, что значит призвание свыше. Возможно, Мария тоже не понимала этого. Она вышла за него, потому что не собиралась проповедовать. Но уже будучи в браке, она осознала свое призвание и стала осуществлять его. Поэтому в совместной работе с мужем она всегда положительно отзывалась о нем. Теперь мы остановимся здесь на минутку и посмотрим на собрания, проводимые ей на западном побережье. Поговорим о том, что происходило на этих собраниях, что так привлекало людей. Что было в этом необычного? Когда мы углубляемся в изучение жизни Марии, вы обнаруживаете, что на ее собраниях множество людей обращались к Богу. Она приводила огромные собрания, где люди получали исцеление от всех болезней. Еще одной особенностью этих служений было впадение людей в транс. В Библии мы знаем, что, молясь на крыше, Петр впал в транс во время, как люди готовили для него в доме пищу. Он молился и увидел в видении большое полотно, наполненное нечистыми животными. Бог сказал: «Заколи и ешь». Это видение было у него, когда он находился в трансе. Это один из видов видения. В Библии существует четыре вида видения. Во-первых, так называемое открытое видение. Это как если я говорю с вами о жизни Марии Вудворд, и вдруг неожиданно Бог сходит на меня, и все вокруг меня исчезает. Я продолжаю говорить, двигать руками, вести себя как обычно, но я могу видеть перед собой весь мир, который Бог хочет мне показать. Это могла быть целая череда различных вещей, но при этом не будет никаких физических признаков того, что я получаю это видение. Есть другое вид видения, называемый внутренним видением. Это самая частая форма видения, когда в вашем духе Бог показывает картину или сцену, которую Он хочет, чтобы вы увидели. Это называется внутренним видением, и большинство людей получают именно такие. Третьей разновидностью видения будет ночное видение, когда Бог говорит человеку во сне. Бог часто говорит во сне. Иногда мы слышим, как толкователи объясняют их, но это подделка. В книге Даниила и в жизни Иосифа и Марии такое случалось, когда Мария ожидала ребенка, то есть Иисуса, Спасителя мира, а Бог обратился к Иосифу и говорил во сне. Из Писания мы узнаем, что Бог общается с человеком во сне. Еще одним видом видения, часто наблюдаемым на собраниях Марии Этер, является транс. Когда человек находится в трансе, он замирает и становится неподвижен, как статуя. Когда человек входил в транс, он замолкал, останавливался, садился или оставался стоять, пока не видел всего, что Бог хотел ему показать. Затем он приходил в себя и продолжал заниматься своим делом прямо с того места, где остановился. Я не знаю, все ли люди в церкви готовы увидеть такое, но такое случалось в Библии. И такое происходило в истории церкви, даже не в харизматических кругах. Это происходило с ней самой и с другими людьми на ее собрании. Она проповедовала, и вдруг Бог положила ей что-то на сердце, и неожиданно посреди своего служения она могла остановиться. Она замолкала так на 15-10 минут, и иногда на таких случаях даже писали в газетах. Мы читаем в журналах о том, что говорила она сама по этому поводу. Также туда приходили люди и описывали то же самое. Говорили, что она находилась в трансе по часу или по два. Один раз она оставалась так в течение 8 часов. Она стояла как статуя. Ее доставляли к врачам, и они давали ей нюхать разные вещи, кололи иглами, чтобы вернуть к сознанию. Но если вы находитесь в трансе, то никто ничего не сделает, пока вы не увидите всего, что Бог хочет вам показать.
Подобные вещи происходили у нее на собрании, и газеты сообщали, что даже в округе, радиусом до 25 километров, люди падали на землю, впадая в транс, и другие находили их и везли на собрание, просили Марию Этер привести их в чувство. Когда она это делала, она начинала их учить, приводя примеры из Писания, что Бог говорил с ними. Такое же происходило на собрании с Джоном Уэсли. Когда это случилось первый раз, произошло, рассказывали, что тот человек упал как мертвый, а люди собрались вокруг, посмотрели, что будет дальше. Они сознавали, что это было явление духовного рода. Они только не знали, было это от Бога или от дьявола. Потому что когда тот человек пришел в себя, Джон спросил у него, что это было. Тот человек сказал: «Слава Богу!» И так они узнали, что это от Бога. Скажи он что-то другое, они бы решили, что это от дьявола. Так он начал различать духовные вещи. Я не встречал методистов, которые говорили бы об этом сегодня, но если вы почитаете историю церкви, вы обнаружите, что такое было у Джорджа Фокса, церкви Уэсли, у Мартина Лютера и у многих других. Подобные вещи происходили у них, но они не знали, как их называть и как на это реагировать. Мария Этер знала, как реагировать на проявление Святого Духа. Люди приходили и просили ее объяснить увиденное. Газеты спрашивали ее и писали об этом. Люди впадали в транс, и они видели небеса, фрагменты небесного видения. К ним являлись ангелы, и они видели также картины ада. И затем, когда приходили в себя, некоторые из них кричали: «Вытащите меня оттуда!» Все сразу понимали, что такой человек не был спасен. Поэтому, когда они приходили в сознание, им рассказывали, как можно получить спасение, как обратиться к Господу и попасть в Небесное Царство. Все это происходило на собраниях Марии Вудворд Этер. Она начала привлекать к себе внимание людей. Даже газета New York Times опубликовала небольшую статью, которую вы сейчас видите. И я нашел эту статью на первом листе New York Times, где говорилось следующее. Of the New York Times, it writes, some said to be religion, and it begins to describe what I just described to you. С 23 января в Индианополисе происходили грандиозные служения, проводимые госпожой Вудворд, женщиной-евангелистами из церкви методистов. Это собрание взбудоражило всю округу. По сообщениям с места событий, множество людей неожиданно застывали на месте и не могли пошевелиться, но оставались в таком положении, неподвижные, как статуи. Иногда их руки были воздеты высоко вверх, глаза открыты, и ни один мускул не мог пошевелиться. And not a muscle of the entire body moved. Нью-Йорк Таймс, писавшая об этом, была одной из основных официальных газет в стране. Это деревенская женщина, которая не думала, что может проповедовать, а теперь проводит служение, имеющее такой грандиозный успех, имеет апостольский дар, оказалась заметной настолько, что Нью-Йорк Таймс писала об этой, что об этой женщине нельзя забывать, и что ей следует отдавать честь и уважение, и что мы можем многому научиться от нее. У нее на сердце было желание поехать в Калифорнию. Она путешествовала по штатам Огайо, Индиана, на Пенсильвания, на север до Висконсина, в Миннесоту, на юг в Канзас и в другие места, в Техас. Она проповедовала там, но на сердце у нее было желание поехать на запад. Она знала, что должна туда отправиться. Наконец, она окончательно решила, что Бог хочет, чтобы она поехала на западное побережье. Там у нее были самые худшие собрания за всю жизнь. Тут давайте остановимся на некоторых качествах ее характера и на ее жизненных силах. Все то, чему мы можем научиться от нее. Я считаю, что когда у людей трудности, мы можем узнать о них больше, потому что когда мы испытываем на себе давление, из нас выходит то, что у нас внутри. Мы можем сами увидеть, что находится в вас. Иногда под финансовым давлением или давлением в церкви или на работе или с вашими детьми, то, что у вас внутри, выходит наружу. И если внутри вас Бог, он выходит наружу. Если внутри вас этот мир, он тоже появляется. Тогда так происходит в моей жизни. У меня случаются моменты, когда я думаю, что могу справиться с ситуацией, но неожиданно, когда мной управляет плоть, а не дух, я неправильно реагирую. Или когда кто-то другой начинает раздражать вас, тогда то, что внутри вас, проявляется наружу. В 1889 году Мария Вудворд Этер со своим мужем и тремя членами своей группы отправилась поездом в Калифорнию. Они приехали в Сан-Франциско, где проводили самые первые собрания. Это были самые тяжелые служения в ее жизни. Здесь проявились ее духовные качества, ее упорство, вера и настойчивость.
Это было время, которое я бы мог назвать смертельным ударом, который жизнь вам наносит. Когда вам бросается вызов, и дьявол вставляет палки в колеса, когда начинает проявляться ваша плоть. Наступает время, когда дьявол наносит вам самый сильный удар, чтобы заставить вас уйти, доставить вам разочарование. И я считаю, что этим ударом были для нее эти собрания. Она приехала в Калифорнию и ждала, что будет дальше. На первое собрание пришло 23 человека, но она проповедовала им так же, как и перед огромными массами людей. Бывает, что люди обнаруживают только 23 человека, впадают в депрессию и оставляют свое дело. Но в первый вечер к ней пришло 23 человека. Что же случилось дальше? На следующий день все было значительно лучше, но очень скоро об этом узнало много людей. Газеты начали писать об этом, люди начали об этом говорить, и очень скоро на собраниях уже присутствовало несколько тысяч человек. Люди начали впадать в трансы, стали принимать спасение и получать исцеление. Туда приходили больные люди, скептики, газетчики и другие проповедники. Мария Этер проводила собрание на западном побережье. Ее муж был вместе с ней, проделывая то же самое, что и раньше. Как и прежде. Он был резок, и люди его не любили. Он стал даже еще более груб, пока его наконец не заставили прекратить это. Это немного успокоило его, но ненадолго. Он стал даже хуже. И чем больше приходило людей, тем больше появлялось и корреспондентов газет. Приходили представители газет из Сан-Франциско и Окленда, и они объединялись вместе в своих нападках на эту женщину. Также приходили служители из других церквей, и они обвиняли ее, называя ее жрицей Вуду, потому что на ее служениях люди исцеляли, слышались крики, возгласы и так далее. В раннем пятидесятничестве было много таких вещей. Они кричали, славили Бога по всей палатке. На собраниях у Марии Этер случались все эти вещи задолго до излияния Святого Духа на улице Азуза в 1906 году. Она допускала у себя некоторые вещи. Ей говорили, вы разрешаете фанатизм, у вас эмоции бьют через край. Она отвечала, я учусь отличать настоящее от поддельного. Очень часто, когда дух начинает работать, приходит группа людей, у которых душа и плоть будут находить выражение. Но вы не можете отрицать истинность этого переживания только потому, что плоть немного находит в этом выражение. Дайте им немного времени для духовного роста, и все будет гораздо лучше. Вот почему она спокойно смотрела на некоторые вещи. У нее уже был опыт, приобретенный на Среднем Западе. Она знала, что ей можно позволить. Если там было что-то демоническое, она сразу же это пресекала. Если ей случалось, если такое происходило, она пресекала это проявление. Местные проповедники не взлюбили ее. Во-первых, потому что она позволяла происходить всем этим вещам. Газеты начали писать, жрица Вуду делает то-то и то-то. Они писали даже о том, чего не было. И тут появился человек, о котором мы уже говорили на первом занятии, Доуи. Он читал все эти новости в газетах, где писали также и о нем. И он приехал увидеться с Марией Этер. Он прибыл на собрание, поднялся на сцену. Он сказал, рад вас видеть, рад с вами познакомиться. Знакомиться и много других хороших вещей. И вдруг через несколько недель он стал выступать против нее, обвиняя ее в трансевангелизме, как он это называл. Что же он понимал под трансевангелизмом? Он считал, что она побуждает людей входить в состояние психомоторной заторможенности, и так она заставляет людей в этом состоянии принимать спасение. Доуи говорил, что это самая ужасная дьявольская ложь, которую ему приходилось только слышать за свою жизнь. Однако всего лишь за неделю до того он хвалил ее. В жизни Марии Этер было очень мало случаев, когда она негативно отзывалась о людях. Один из таких случаев был, когда она отреагировала на обвинение Доуи. Она сказала, Доуи приходил на мое собрание несколько недель назад, у нас было прекрасное время общения, у нас завязались дружеские отношения, а сегодня я прочла в газетах, что он выступает против меня, называя это трансевангелизмом и говоря, что это от дьявола. Причина, по которой он это делает, говорила она, в том, что люди из его собрания приходят на мои собрания и исцеляются, освобождаются в духе, и они уходит от него, потому что он не прав. Итак, эти божественные отношения между ними были прерваны. В конечном итоге это негативно отразилось больше на нем, чем ударило по ней. Вслед за тем начали происходить непонятные вещи. На ее собраниях стали появляться хулиганы. Они нарушали порядок и даже вступали в потасовки с ашерами, создавая новые неприятности. Для поддержания порядка вызывали местную полицию и полицию Сан-Франциско. Однако полицейские
полицейские сами очень скоро это им надоело, и они наняли людей, не имеющих специальной подготовки, которые не были даже ашерами, и создавали из них добровольческие дружины и давали им власть арестовывать людей и ввести порядок на собрания. Это создало целую массу новых проблем. Эти проблемы заключались в следующем. У них не было никаких навыков в работе с людьми. Далее они не знали, как пользоваться своей властью, они просто выбрасывали людей на улицу, не спрашивая ни о чем. Силу применяли даже к женщинам. Обращение с людьми было очень грубым. Сами стражи порядка приходили на это собрание, затем садились на задние ряды. В принципе, было неплохо, что они слушали проповедь, но эти новые ашеры грубо обращались с людьми, и те не хотели помогать им в наведении порядка. В результате в газетах стали появляться заметки типа «Две женщины пришли на собрание, к ним подошли двое хулиганов» и так далее. Получилась целая история. Была еще одна проблема. Ее называли «жрицей Вуду». Кроме того, мы помним обвинение Доуи. Сначала они были вместе, теперь они враги. Полиция создавала новые проблемы. На собраниях стали приходить люди из психбольниц, потому что их приводили туда другие. Газеты подхватили это и стали писать, что на собраниях Марии Вудвард-Этер люди теряют рассудок, и приводили интервью с одним человеком, говорившим, что она похитила его разум. Газеты приглашали врачей и проводили диспуты в городском совете по поводу того, что делать с этой женщиной и ее собраниями в палатке со всеми этими странными явлениями. Они решили, что детей нельзя туда пускать, поскольку, по их мнению, это могло повлиять на их будущее. Мне интересно было узнать об этом решении не пускать детей на эти собрания. Однако эта проблема не была последней. Палатка, в которой Мария проповедовала, разорвалась вверху, и ей пришлось приобретать новую. Еще одна проблема состояла в том, что местные проповедники бойкотировали ее собрания и дурно отзывались о них, что только создавало вокруг них новый ажиотаж. И все большее количество людей приходило посмотреть, что там происходит. Численность людей продолжала расти. Однако на людей, приходящих на служение к Марии, оказывалось давление со стороны городских властей и также некоторых проповедников. Поэтому ей трижды приходилось менять место своей палатки. Бывало, что собрание приходилось прерывать на середине и перемещать палатку на новое место. И людям, в числе нескольких тысяч человек, приходилось перемещаться, чтобы продолжить собрание. Ей говорили, почему вам не оставить этот город? Мы не хотим, чтобы вы тут оставались. Даже некоторые ее сотрудники говорили, все, что мы имеем здесь, это давление на нас, которое растет, и постоянные нападки. Она отвечала, я не закончила тут работу. Я не собираюсь покидать это место до тех пор, пока я не пойму, что Бог закончил свою работу здесь. Часто, когда люди подвергаются преследованиям или испытывают давление, они быстро сдаются, но гонение и давление на вас не означают, что вы допустили ошибку. Это не значит, что вы сделали что-то не так. Это, напротив, может означать, что вы поступаете правильно. Существует несколько видов гонений и несколько путей, какими они приходят. Во-первых, это гонение, причиной для которых является невежество человека, его незнание, как можно сделать лучше. Это может быть недостаточное знание Библии или неумение работать с людьми. Отсутствие знания становится причиной таких гонений. Умение и знание, как поправить ситуацию, может приносить свой плод, в результате чего то дурное, что происходило, исчезает. Другой разновидностью гонений, с которой мы можем сталкиваться, это гонения, которые мы сами себя подвергаем. Вам известно, что лучше, вы знаете, что вы должны делать, но вы этого не делаете, причиняете себе страдания. Третьей разновидностью гонения может быть то, что мы находим в 5 главе Евангелия от Матфея. Иисус называл это гонениями на праведников. Когда вы проходите через них, радуйтесь и веселитесь, и не обращайте на них никакого внимания. Я согласен с Марией Этер, что в этот конкретный период ее жизни, ей не следовало оставлять этого города, несмотря на всех людей, чинивших ей препятствия. Ей нужно было продолжать следовать, проповедовать, независимо от того, как шли дела, хорошо или плохо. И только так можно было добиться победы. Далее возникла еще одна проблема. Находясь в Северной Калифорнии, муж Марии совершил прелюбодеяние. Теперь, когда уже ее называли жрицей Вуду, и люди у нее на собраниях теряют рассудок, и городской совет принял решение не пускать ни детей, когда полиция чинила произвол в палатке, когда рвалась палатка, когда палатку приходилось перемещать на новое место, теперь ее еще муж
который, будучи в другом месте, совершил прелюбодеяние. Она упаковала его сумку, сказав, что с нее довольна, и отослала его на Средний Запад. Слава Богу, что еще газеты не узнали об этом. Прошло время, когда она почувствовала, что Господь дал ей пророческий дар. Возникла новая проблема. Она стала пророчествовать, и в этом пророчестве она сказала, что из-за противления Богу он будет судить этих людей. Она сказала, что Бог пошлет им землетрясение и цунами. В газетах появились заголовки. Женщина-проповедник предрекает землетрясение в Сан-Франциско, которое сравняет город с землей. Должно случиться большое цунами. Да, это были ее слова. Мы знаем, что она это говорила. Но ее последователи стали добавлять к этому свои детали. Другие люди подхватили это пророчество и сделали его своим инструментом, вынуждая людей уезжать из Сан-Франциско и Окленда. Они ходили и говорили: грядет судный день. Они приходили к губернатору, ходили к мэру, пытаясь привлечь их внимание. Бегите в горы, продавайте дома, придет цунами и разрушит все. Начался новый процесс обвинений в ее адрес. Последователи Марии Этер установили дату катастрофы, а люди обвинили в этом ее. Хотя она никогда не устанавливала дат. Она лишь сказала: Бог будет судить вас. Бог будет судить вас за то, что вы делаете. Наконец она почувствовала, что ее дело сделано в Сан-Франциско, и ей можно сворачивать палатку и прекращать собрание. Тем временем приближался день, который назначили ее последователи для начала бедствия. И с их легкой руки все решили, что она решила свернуть палатку, что хочет избежать наводнения и цунами. Что было совершенно не так. Когда тот день приблизился, люди продавали свои дома и имущество. Около 1000 последователей перебрались в горы вокруг Сан-Франциско в ожидании землетрясения. Они ждали целый день, но ничего не произошло. И ее обвинили во всем. Когда же великое землетрясение в Сан-Франциско все же произошло, она почувствовала себя как бы оправданной. Она сказала: я никогда не устанавливала даты, но лишь сказала, что это произойдет. Может быть, оно и так. Я склонен верить, что это было исполнение ее пророчества и предупреждение людям. Катастрофа привела к огромным бедствиям. После этого она провела самое свое грандиозное служение. После этого она считала свое служение в Калифорнии окончательно завершенным и вернувшись на Средний Запад. Вернувшись, она стала проводить многолюдные собрания, как и прежде. На ее собраниях, как всегда, происходили чудеса и знамения. Она двигалась в силе помазания. На фотографии вы видите ее с высоко поднятой рукой, как она это делала всегда. Каждый раз она проповедовала и держала руку, качая пальцем по сторонам. Эта ее поза сохранилась до конца жизни. Она переехала и вместе с этим в печать просочилась информация о ее разводе, потому что когда она вернулась, она жила отдельно от мужа. Новости об этом впервые появились в Сент-Луисе, и вскоре они развелись. Бывший муж Марии рассказывал про нее всякие гадости, что она получала контроль над людьми через гипноз, что она выуживала у людей деньги, собрала целую банду вымогателей. Однако все, что он говорил, было из-за того, что она не позволяла ему тратить столько денег, сколько он хотел. Со временем, когда шум поутих, он женился на 16-летней девушке и умер через месяц после этого от тифа. Я хочу сделать один комментарий, на который вам стоит обратить внимание. Я лично никогда не стану конфликтовать с женщинами-проповедниками, потому что это чревато проблемами. В истории мы находим случаи, когда и даже в Библии читаем, что конфликты с женами Божьими приводят к беде. Поэтому поступайте как хотите, но что касается меня, то я не буду с ними конфликтовать и даже пререкаться, но оставлю их в покое. Пусть Бог разбирается с ними. Все, кто конфликтовал с Марией Этер, при ее жизни имел большие проблемы. Однажды к ней на собрание пришел мужчина, который насмехался над ней и критиковал ее. Она указала на него пальцем: «Бог будет судить тебя». И тогда его язык распух, стал размером с банан, так что не мог поместиться у него во рту. Он не мог закрыть и рот, не есть, не пить. Он выбежал из зала, кричал от боли. Его друзья взглянули на него и отвезли к врачу, но тот не мог ничего сделать. Он вернулся в палатку, написал на бумаге: «Верни мне язык на место». Она сказала: «Я не буду молиться за вас, и Бог вас не исцелит, пока вы не покаетесь». Он сказал: «Я не буду, не хочу». Он вышел из палатки. Он оказался упрямым грешником, которого было трудно
заставить покаяться. Но спустя пару дней она согласилась после того, как он сказал, что принял спасение. Он написал молитву грешника, она помазала его елеем и сказала, что теперь согласна. Она захлопнула его рот, и язык принял нормальную форму. И впоследствии этот человек стал одним из 50-чистых проповедников этой части страны. На собраниях Марии Эттер было множество духовных проявлений, и с людьми, идущими против нее, она обходилась круто, но люди любили ее. Они видели ее сердце, она привела тысячи людей ко Христу. Ее бывший муж, господин Вудвард, умер от тифа через месяц после нового брака, в который он вступил. Но она посвятила ему лишь несколько слов в своей книге и никогда не упоминала о его смерти. Через 2 года после этого она повстречала господина Эттера, который был для нее идеальной парой. Она состояла в браке с ним 12 лет. И так она снова вышла замуж за него, он умер в возрасте 71 года. Он заботился о ней и был для нее идеальным помощником. Он любил ставить палатку, работал с представителями газет, объяснял непонятное новообращенным. Он помогал расставлять столы с книгами. Он сам написал несколько книг и был идеальным помощником, помогая ей писать письма и делать другие вещи. Ему нравилось этим заниматься, он горел желанием делать Божье дело. Он женился на этой замечательной женщине, которую всегда называл своей женой, любил и дорожил ею. Когда он заболел, она не хотела ехать на служение, но он попросил ее поехать и провести собрание. Он сказал, что все будет в порядке. Но спустя некоторое время она получала телеграмму о его смерти. Она прервала свое мероприятие, приехала на похороны, а затем сразу же вернулась на собрание, сказав, что не собиралась отменять ни одного собрания, продолжала проповедовать. Мария Эттер в последние годы жизни была воспринята пятидесятническим движением. Пятидесятническая церковь в то время существовала не более 7 лет. В 906-907 годах началось новое пробуждение, и на Марию Эттер смотрели как на умудренного опытом служителя, способного помочь этим молодым церквям. В 1912 году она поехала в Даллас и проповедовала в церкви Эдварда Базвелла, первой пятидесятнической церкви. Она ездила по округе, проводя сюда собрание. Она была единственным проповедником святости, который принял крещение Святым Духом с говорением на языках и дарами Святого Духа. Она снова вернулась на западное побережье, чтобы проповедовать там. Но в этот раз ее встретили совершенно иначе. Люди ценили ее, относились к ней с почтением и уважением. Господь сказал ей, что настало время создать свою церковь. Она построила то, что впоследствии назвали Скиния Эттер. Это было в городе Индианаполис. Здесь она провела всю оставшуюся жизнь. Церковь насчитывала 5000 человек. Она не просила много пожертвований. Единственный раз, когда она обратилась за помощью, это было в постройке здания церкви. И оно было построено. Она проповедовала там, и многие другие люди тоже там проповедовали. Пока она была пастором этой церкви, другая известная женщина в истории 50-чистской церкви, Эми Сэмптон Макферсон, которой было тогда 28 лет, очень захотела увидеться с Марией Эттер. Но тогда в городе был карантин из-за какой-то эпидемии, и туда не пускали людей. Но Эми сказала, когда я подъеду к этому городу, карантин будет снят. И когда она подъехала к нему, карантин был снят. Вечером того дня она присутствовала у нас на проповеди Марии Эттер, и я верю, что Эми Макферсон приняла духовную мантию, которая была на Марии Эттер. Затем эта мантия перешла госпоже Кульман, и дальше теперь она принадлежит Бенни Хину, которого сегодня мы видим на служении исцеления. За месяц до смерти Марии Эттер в ее жизни произошла трагедия. Ее единственную дочь сбила машина. Она погибла, пересекая дорогу. И Мария Эттер, уже ветхая днями и болезненная, взошла на кафедру, служила на похоронах, и спустя месяц Мария Эттер не стала. Она оставила нас, чтобы быть с Господом. Эта славная женщина сделала многое для нас, как для тела Христова. Прежде всего, она доказала, что Бог может использовать женщин. Я глубоко верю и сердцем, и душой, что Бог может использовать женщин на любом служении. Они строят церкви, создают воскресные школы, евангелизируют, пишут книги, создают семьи. Они могут делать все это. Они преодолевают гонения и не сдаются. Из ее жизни мы можем научиться способности претерпевать лишения, жить в полевых условиях, служа и молясь за больных. Ее донимали газеты, ее арестовывали несколько раз, садили в тюрьму. Однажды ее даже судили на побережье Новой Англии.
Я считаю, что нам надо научиться терпению от нее. Часто стоит нам испытать отрицательное давление со стороны друзей или критиков, и мы уже ищем, как идти на компромиссы с ними. Мартин Лютер открыл великую истину. Он сказал: «Вы не сможете идти, иметь пробуждение и провести реформацию, если идете на компромиссы с истиной. Вы не добьетесь единства, идя на компромиссы». Многие подобные вещи происходят сегодня, и уже на земле появилось много служителей, готовых на это. Мы не можем принимать за истину собственное представление о том, что Бог собирается делать. Мы не должны искать лжеединства. Не пытайтесь достичь шаткого единства. Единство должно быть настоящим и крепким. Это должно быть отличием религиозной церкви от церкви, ведомой Святым Духом, которой Бог дает силу. Лжеединство есть величайшее заблуждение последних дней. Это не значит, конечно, что люди, идущие на это, находятся в беспробудной тьме. Между религиозной и духовной церковью не существует непреодолимой пропасти. Я верю, что Мария Этер была человеком, открывшим нам путь, и видевшим, что есть от Духа, а что есть от плоти, и знала, как истолковывать, как следовать правде, противостоять лжи. Однажды она сказала: «Когда я вижу видение, Господь говорит мне что-то новое, и одновременно с этим я вижу подделку». Часто мы видим, что люди не умеют проводить различия между настоящим и поддельным. Наступает время лидеров и божественного влияния, которое Бог дает нам, чтобы вести людей к новому откровению, к новому движению Духа, в обетованную землю для нашего поколения. Мы не можем объединиться, не имея твердого основания для этого. Мы не должны идти на компромиссы в результате единения. Мы должны стоять на своем, придерживаться своих стандартов и истины, и верить, это единственный путь, и нет другого, потому что так говорит Библия. Вас могут считать слишком несговорчивым, вредным, упрямым, но при этом вы сотрудничаете с небесами, а не с религией. Религия – это еще не Бог. Духовность, небесная жизнь приходит с небес. Религия же есть изобретение человека. С ее помощью люди достигают своих целей, и она помогает осуществлять контроль. Наступает время, когда мы пожнем последнюю жатву этого мира. Женщины и дети да будут послушны Богу, а мужчинам пора встать и начать делать данное им дело. Часто мужчины хотят быть лидерами, но не желают делать то, что Бог им говорит. Иногда Богу приходится находить женщину для этой работы. Женщины, не позволяйте возобладать в вашей жизни мнению эгоистичных мужчин и религиозных деноминаций и воспрепятствовать вам делать то, чему Бог вас призвал. Если вы замужем, не позволяйте вашей семейной жизни останавливать вас. Если вы не замужем, молитесь, чтобы Бог открыл вам свою волю, за кого выйти замуж, чтобы у вас в браке... быть в браке не значит потерять свою индивидуальность, но означает идти единым путем послушания Христу. И я молю Бога, чтобы вы пробудились и увидели все, что ждет вас впереди, до того, как вы вступили в брак, до того, как вы вступили в завет, и вас постигли неприятности в жизни, когда вы говорите: «Мне нужно развестись, я хочу вернуться назад». Бог может простить вас, но уже ничего нельзя исправить в этом случае. Я считаю, что молодые люди и девушки попадают в большую западню, когда вступают в неверный брак и неправильно взаимоотношения. И я молю Бога, чтобы вы пробудились, потому что я чувствую сейчас, что люди слушают меня и думают: я могу делать то, что я желаю и считаю нужным. Да, вы можете делать это, но когда вам потребуется делать что-то для Бога, это покажется уже намного труднее. Бог желает облегчить вашу жизнь, сделать ее проще, чтобы когда вам придется вести борьбу, вы вели ее с внешними врагами, а не внутри себя. Я благодарю Бога, что на примере Марии Этер Он показал, что может использовать женщин. Она выдержала гонения и совершила великие дела. Наибольшая ее проблема коренилась в ее семейной жизни. Ее ошибкой было то, что она не знала, как справиться с проблемами с ее первым мужем, что нанесло ей сильный удар. Ее второй муж был замечательным. И я молюсь, чтобы Бог дал вам нужную пару, нужного человека, с которым вы пошли по жизни и не боялись сделать первый шаг. Бог да благословит вас и сохранит вас во всех ваших делах. Мария Вудвуд Этер родилась 22 июня 1884 года и умерла 16 сентября 1924 года.